Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой, а самое главное, рабочий скрипт на автофарма на монеты в MadeCity. Для этого переходим по ссылочке в описании, скачиваем чит, после этого запускаем его, нажимаем кнопочку Inject, ждем, пока мы с вами заинжектимся. Сайт, который появляется, можете закрывать, он нам не нужен. Так, все отлично, мы заинжектились, все работает. А вот эту надпись стираем и вставляем сюда скрипт из описания. И теперь нажимаем Xcode. Все, скрипт запустился, отлично. А сейчас вот здесь у нас будет писаться, сколько мы с вами заработали денег. Вот, уже 7900. Накапало, в принципе, неплохо за несколько секунд. А до записи, кто заметил, у меня было 3000 с чем-то, уже не помню. Вот. И сейчас посмотрим, прибавятся деньги или нет. Ждем, пока он, получается, закончит фармить. А также вот здесь он на карте тпхался в разные точки, кто заметил. Вот. И тем самым собирал, получается, эти деньги. Так, у нас вылетело. В принципе, это ничего страшного. Так и должно быть. Я, конечно, до записи видео проверял у других. Этот скрипт не вылетал. Вот. Но монеты, в принципе, зачисляются. А, или у меня не вылетело. Погодите. А, у меня не вылетело. А тогда зачем вот это писать? Интересно. Так, ладно. В принципе, не суть. Как видим, все зачислилось, все работает. Давайте еще раз попробуем активировать. Сможем. Походу, нужно инжектиться. Скорее всего. Ну, короче, в любом случае, получается, вам нужно будет перезаходить. Вот. Но самое главное то, что монеты, как видите, прибавляются. Они полностью настоящие, их можно потратить. Вот, буквально, получается, за минуту я заработал 33 тысячи. В принципе, довольно неплохо. Если вот так несколько раз поперезаходить, в принципе, можно довольно много нафармить. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.